В Махачкале открылся и функционирует центр создания семьи. Теперь каждый, не состоящий в браке человек, вне зависимости от пола, возраста и социального статуса, может обратиться в семейный центр и найти свое счастье. Подробнее расскажет Гамзат Нурмагомедов. «Не могу найти жену. Моему сыну нужен отец». Подобные слова можно услышать от сотен одиноких людей. У каждого полноценного человека есть природная потребность в создании семьи. В браке человек получает то спокойствие и умиротворенность, которые он не может получить другим способом. Семья является сдерживающим фактором, чтобы не проявлялись какие-то отрицательные стороны личности. Потому что мы можем наблюдать, люди, которые не создали семью вовремя, они начинают мыкаться в поисках какого-то альтернативного пути. Кто-то может удариться в карьеру, это, например, вот трудоголизм, кто-то в науку, кто-то еще что-то. Да? Иногда бывает это положительно, но в основном человек все-таки он живет не совсем полноценной жизнью. Многие люди не состоят в браке не от того, что не хотят заводить семью, а потому что не могут найти спутника жизни. Созданием семейного центра, который расположен на 4-м этаже администрации центральной мечети, заключить брак станет значительно легче. Подать заявку может любой. После заполнения анкеты специалисты проводят с кандидатом беседу и проверяют на достоверность предоставленную им информацию о своем социальном статусе. Предлагаем этому человеку эту кандидатуру. Если же ему нравится эта кандидатура, и он не против, то мы и вот вторую кандидатуру приглашаем отдельно и говорим, что вот такой человек есть, который вам подходит, и фотографии показываем. И при обоюдном согласии мы приглашаем их обоих уже и вместе беседуем. Если после очной встречи стороны выражают согласие, сотрудники центра помогают заключить брачный договор и создать полноценную семью. С 1 августа сюда обратились около 100 человек. Из них 5 пар успешно заключили брак. Семейный центр готов принять всех желающих. Но нельзя забывать, что семья – это не игрушка, которой можно пренебрегать или относиться легкомысленно. Каждый мужчина и женщина должен знать свои права и обязанности, чтобы жить счастливой семейной жизнью, а не существовать. Гамзат Нурмагомедов, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала.